чертовски манила, даже одетой, укутавшись в свитер и теплую куртку, а он называл ее ярким примером, примером того, как лишает рассудка. Была неприступна и тем непременно к себе привлекала магическим взглядом. Она для него была сокровенной, совсем нелегальной, посылкой из ада. Он знал ее разной, красивой, замученной, таких не бросают на полпути к радости. Такие, как правило, мало изучены, но такую отдать не захочешь из жадности. Он терся щекой об ладони холодные, укутывал свитер и теплую куртку. Она называла его ярким примером, примером того, как лишают рассудка.